Друзья, доброго дня! С вами строительная компания «Стройгарант Анапа» и я Валерия. Сейчас я нахожусь в 4 километрах до моря в жилом комплексе «Звездный» для того, чтобы показать проект одноэтажного дома. Компании проекты типовые, но для каждого заказчика компания может создать и построить индивидуальный проект на основе типового. Площадь дома 90 квадратных метров. Данный проект отлично разместился на участке в 5 соток. Стены дома утеплены минеральной ватой Технофаз толщиной 50 мм. Внешняя штукатурка Баумит. Крыльцо 9,8 квадратных метров. Приглашаю вас пройти в дом. Прихожая 4,2 квадратных метров. Здесь можно разместить небольшую гардеробную комнату. В стандартных проектах теплый пол расположен в прихожей, кухне, гостиной и санузле. По вашему желанию, вместо ламината есть возможность сделать плитку с теплым полом по всему дому. Пойдем дальше. Коридор 5,9 квадратных метров. Санузел 5,8 квадратных метров. Отделан кафелем. В наличии вся разводка под сантехнику. Принудительная вытяжка и 4 точечных светильника. Первая спальня этого дома 12,7 квадратных метров. Достаточно уютная, просторная и светлая. Предлагаю вам посмотреть вторую спальню этого дома, площадь которой составляет 11,7 квадратных метров. Отделку дома клиенты выбирали самостоятельно. Вы только посмотрите, какое необычное, стильное, креативное решение. Мне очень нравится. Сейчас я вам покажу свое самое любимое место в доме – это кухня-гостиная, площадь 29 квадратных метров. Места на кухне хватает. Здесь предусмотрено место для установки холодильника, мойки, розетки для подключения электропечи, вывод для подключения вытяжки. Установлен котел немецкой фирмы «Протерн». И в кухне-гостиной расположено большое витражное окно, которое выходит на террасу. Выход с кухни-гостиной на большую просторную террасу 21 квадратных метров, где вы сможете отлично проводить свое время. Третья спальня этого дома самая большая, 17 квадратных метров. Отличительная черта этой комнаты – наличие эркера, поэтому в комнате всегда будет светло, тепло и уютно. Если вы заинтересовались этим коттеджем, узнайте стоимость этого проекта у наших менеджеров по номеру телефона, который отображается на вашем экране. В завершении нашего обзора я хочу поблагодарить вас за внимание. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До встречи в новых выпусках!